В Ленинском городском округе отметили День государственного флага России. Местом проведения праздника стала площадь у кинотеатра «Искра». В начале мероприятия собравшихся поздравил заместитель главы администрации муниципалитета Эдуард Радушкин. Наш триколор – символ нашего единства. И отмечая этот день, каждый из нас чувствует себя частицей великой державы. Поздравляю всех с праздником символа Родины, ее побед и процветания. С праздником! На площади собрались жители и гости города, общественники, сотрудники администрации и депутаты. Мы видим, как люди душевно выступают, да, как люди даже в будний день, в такое время рабочее, пришли поддержать, и кто-то семьями пришел, и взрослое поколение, и дети, и все искренне радуются, да, этому празднику, потому что, ну, это наша страна, и мы ее любим. Наверное, это самое главное сегодня. Волонтеры раздавали собравшимся флажки и ленты в цветах российского триколора. Я считаю, что это очень важно, потому что каждый человек должен помнить о победах своей родины, должен помнить о стране, что она для него значит, потому что он здесь родился, и он должен всегда быть за свою страну и за свою родину. Патриотическое воспитание – одно из главных направлений работы волонтеров в масштабах всей страны. В свете последних событий для молодежи, для нашей, это очень важно, потому что патриотизм – это то, чем мы можем, как более старшее поколение, поделиться с подрастающими. Это наша смена, наше будущее и наша гордость. И все зависит только лишь от нас. Рядом расположилась площадка оборонно-спортивного клуба «Ратник», где ребята показывали свои навыки обращения с оружием. Наши курсанты клуба вот выставили небольшую площадку с разборкой и сборкой макета автомата Калашникова и снаряжение магазин патронами. Во время праздничного концерта на сцену поднимались творческие коллективы муниципалитета, как вокальные, так и хореографические. Спортивный клуб «Цунами» продемонстрировал технику карате киокушинкай. Зрители поддерживали артистов и спортсменов. Праздник, мы празднуем, пришли посмотреть нашу маму, она сейчас будет выступать. Очень рада этому. Приехали в гости, пришли на концерт к вам. У меня сегодня ребенок участвует в концерте. Я очень горжусь, что он выступает в этот день сегодня. Российский триколор – символ гордости за достижения поколений, которые творили историю нашего государства. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Сергей Ларин, Екатерина Довлятова. Видное ТВ.